Конфликт между двумя мужчинами из Теренгульского района произошел во время застолья 25 апреля этого года. Причина ссоры оказалась довольно прозаичных. Хозяин дома приревновал возлюбленную к другу и, недолго думая, поругался со знакомым и ударил его лопатой по голове. От удара мужчина упал, а нападавший решил добить гостя и ударил лежачего ножом в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия. В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, пояснил, что исключительно защищался, находился в состоянии необходимой обороны. Однако в ходе судебного заседания государственным обвинением были представлены исчерпывающие доказательства, подтверждающие его виновность, а именно были допрошены ряд свидетелей, которые находились в тот вечер в указанном домовладении, письменный материал уголовного дела, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы, которая однозначно показала то, что смерть носит насильственный характер погибшего. Суд версии преступника не поверил. За умышленное убийство ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев. Апелляционная жалоба осужденному не помогла. Приговор районного суда Ульяновский областной суд оставил без изменений. Алина Тихонова, Герман Баранов, Управда ТВ.